следующая песня для тех, кто хочет именно таким способом добиться чего-то в жизни. Физиком решил я стать после старших классов. Знал, как силу приложить, сколько нужно массы. Знал, как тело поднимать, что прошла энергия. Пригодились навыки. Угадайте, кто я? Грузчик, парень работящий. Грузчик, прет, кладет и тащит. Все эту науку хочет до конца познать. Грузчиком, конечно, сразу мечтает стать. Коль поступишь в ПТУ на специальность грузчик, обучают там 7 лет, чтоб платить погрузчик. Исполнилась мечта, самая заветная, ведь работаю теперь. Угадайте, кем я? Главный грузчик, парень работящий. Главный грузчик, прет, найдет и тащит. Знаете, главный грузчик может все рассказать, после которых каждый захочет разгружать. Не училась я нигде, да и не хотела. С детских лет мечтала выйти за миллионера. Олигарх не встретился, хоть я и красивая. И работаю на стройке, очень я счастливая. Просто тёлка без образования. Просто тёлка, не имею звания. Девушки, которых не взяли в институт. Мешки, тюки и ведра грузчикам продаю. Стара как мир, это школьная драма. С детьми прощается классная мама. Она их недавно за двойки гоняла, звонила домой, за прогулы ругала. А теперь говорит: эти дети самые лучшие на планете. Наверное, классным быть непросто, успели ли вы понять? Ведь мы сравнялись с вами ростом, сумели даже перегнать. Благодарим вас за заботу, за все, что сделали для нас. Быть классным – трудная работа, зато детишек целый класс. Мы уйдем, и в коридорах школьных станет тише, конечно, без нас. Будет меньше двоек на контрольных, глупых реплик, бестолковых фраз. Здесь за все, чем вольно и невольно, мы, родные, огорчали вас. Просим мы прощения сегодня, мы вас любим, вспоминайте нас. И пусть вас, Лариса Владимировна, всегда сопровождает инфракрасное излучение, позитивный импульс стремления вперед и жизнь по максимуму. Дея Александровна, for 7 years you have been our wise mentor and elder friend, helping us to solve school problem. Thank you for everything. We wish you always to stay generous and frank and never forget us. И да поможет вам Сергей Васильевич F1 и сохранит вас F2 во имя контрола, альта и святого делейта. Да будет так! Enter. А школы наши ты повернувши нету. Ищи хоть жизни, хоть по интернету. Уроки, перемены, вот это прикол. Я супер знаю, в школе нашей обрёл. И так запомнилась первая страница.
Дорогие учителя, ваши уроки – это произведение искусства, а ваши слова звучат для нас как музыка. Добро пожаловать в филармонию БЗШ номер 1. Комфорте, кругозоре и наших желудках. В библиотеке нашей мы чувствуем себя комфортно, всегда уверенными в том, что Елена Петровна поможет нам во всем. Всем спасибо, кто звонил и полы за нами мыл, мебель школьную чинил и лечил нас и звонил. Всем спасибо, кто на свете столько думает о детях. Thank you.
усмехнулся мне, как будто в первый класс я собираюсь. В руках пионы белые, как снег, а за спиной прекрасный новый ранец. Ты вышел из класса, смотришь, я, и сразу за косички дерг меня. А ты давай кричать и маму звать. И надо ж было в класс один попасть. Послушай, то не сон, а явь. А впрочем, правда, будто сновидение, промчались школьные мгновения, и выросли твои, мои друзья. Дорогие зрители, сейчас мы хотим показать вам видео «Лучшие моменты наших выпускников». Вот именно так Вова Погребниченко осваивает новые трюки на велосипеде. А таким образом научился заряжать мобильный телефон рабочий Максим. Рогозян Артем научился не глядя попадать в кольцо. А так делает лыжи с физкультуры Саша Давыдов. Обычная и ежедневная процедура спускания стульев перед уроком в 11 Б. Это наши хореографы Анишина Женя и Косиченко Алена готовят подарок мальчикам к 23 февраля. Так Барий Руслан собирается утром в школу. Fresh from the orchard. Именно так умудряется наш хакер Косенко Стас позавтракать, если у него нет денег на буфет. А так Степаненко Илюша отреагировал на закрытие качалки. Нормальные герои всегда выбирают сложный путь. Именно так делает Христин Католик. Наступит завтра. Разлетимся мы как птицы. И каждый станет берег свой искать. Но одноклассников, родные лица, друзья мои, не смейте забывать. Нельзя, нельзя,
все изменилось. Теперь мы, именно мы, современная молодежь, учим родителей жизни. Да, мы учим родителей жизни, и нельзя даже спорить об этом. Ведь любой пятилетний ребенок лучше мамы владеет планшетом. Согласитесь, что без молодежи никогда бы не узнали об этом, о всех плюсах сети интернета, о Blu-ray и о Wi-Fi. Поездит в Донецкую область, супермаркет, все для рыбалки, пока я не нашла в интернете. Магазины с бесплатной доставкой. Моя мама теперь в интернете, одноклассников ищет на сайте. Ну а папа запросто может служиться не выпить по скайпу. Даже если 3D телевизор без меня не в дом покупает, то спустя 3 минуты я слышу. Сын, а как эту фигню подключают? Правчить, чтобы шумных соседей можно попросту нервы не тратить. Нужно просто сказать нам об этом. И на вечер квартиру оставить. От меня моя мама узнала, что салат есть без майонеза. И теперь макароны готовит не по плоски, а болоньезе. Мы за вас заполняем анкеты, подбираем отели на отдых. Если вам нужно ехать на дачу, говорим на неделю погоду. Это мы вам сканируем паспорт, это мы вам цифруем кассеты, это в наших бейсболках и кедах полят грядки бабули и деды. Да, в 21 веке вы без нас никуда, ну и мы без вас тоже никуда. Раньше мы донашивали ваши вещи, а теперь вы донашиваете наши смартфоны. Раньше вы говорили нас: сынок, не отходи от меня, а то потеряешься. А теперь говорите: сынок, не отходи, а то я потеряюсь. Это вы делаете YouTube популярные, ведь самые смешные видео – это видео о вас. Когда мы начинаем жить отдельно, мы вспоминаем все, чему вы нас учили. Да, родители, раньше вы нам говорили: учись, в жизни все пригодится. Ну что, родители, учитесь, в жизни все пригодится! Папы, добрые мамы, выросли дети из школьной Панамы. Вот появились первые шрамы. Только не плачьте, милые мамы. Быстро умчалось школьное детство. Где-то уснула мечта по соседству. Горе и радость есть на планете. Стали большими малые дети. Мудрые папы, милые мамы, вы нас простите, что долго молчали и о любви лишь сегодня сказали. Пусть нас закружит жизнь в вихре вальса, сердцем вовек с вами нам не расстаться. Нет ближе вас никого на планете, знают об этом взрослые дети. Любите маму, пусть она смеется, и теплотой горят ее глаза, и голос ее в душу вашу льется святой водою, чистой, как слеза. Любите маму, она одна на свете, кто любит вас и беспрестанно ждет. Она одна с улыбкой доброй встретит, она одна простит вас и поймет. Стать назад, страницы это.
детства, с небесных вершин мы на грешную землю выходим. Любимый учитель о чем-то грустит, мы уходим. Нам вернуться сюда больше не суждено, слезы лить — это нынче не в моде. Вы что-то не сдал и не выучил, но мы уходим. Будут грозы и бури, ты только держись, все в полоску бывает в природе. Это значит, что в школу по имени жизнь мы уходим. Теперь минуточку внимания, даем торжественное обещание. Вас будем помнить и любить, к вам будем в гости приходить. И навсегда из школы не уйдем, сюда детей и внуков приведем. Настолько лет вот эти стены обнимали, надежно защищали от невзгод. И, как заботливые няньки, все скрывали, что жизнь полна печали и забот. Настало время нам проститься с ними, и школу обойдя в последний раз, сказать им напоследок «До свидания! Храни вас Бог, как вы хранили нас!» Давайте в последний раз обратимся к нашим дорогим учителям. Как то? Ну, так как президенты, только по-честному. Иди мечтать! Мы все пойдем мечтать, смеяться и любить, и в вузы поступать, и в школу приходить. Потом опять мечтать, и деньги создавать, и звезды открывать. Добавить. Хочется, чтобы весь зал обратился к выпускникам. Не понимаю, как это? Ну как в караоке. Вот же экран. Дорогие учителя, мамы, папы, дедушки и бабушки, друзья, единственный раз в жизни обратитесь к нам, к выпускникам. Поддержите нас, поем все вместе. За нас!
вітаю большую взрослую жизнь. 11-й А-класс. Класний руководитель Онищенко Лариса Владимировна. Радости, улыбок!